Отношения между самоуправлениями активно развиваются в рамках подписанного договора о сотрудничестве. Несмотря на существенные различия приоритетов на уровне государств, приграничные территории объединяет нечто большее. То, что было заложено десятилетия назад исторически, в том числе обилие общих проблем и родственных отношений по обе стороны пограничного шлагбаума. В составе белорусской делегации как представители муниципальных властей, так и предприниматели, от банковского сектора до руководителей туристического бизнеса. В последней сфере Браславский район за 5 лет достиг значительных успехов, став в какой-то степени примером подражания для соседей. На территории Браславского природного парка землю разрешено покупать даже иностранцам, но с одним условием – за определенный срок обустроить территорию как очередной объект туризма. По мнению белорусской стороны, проектами на уровне культуры ограничиваться не стоит на фоне новых открывающихся перспектив. Хотелось бы, чтобы мы больше находили общего в вопросах предпринимательства, потому что на нынешнем этапе это очень важно. И учитывая то, что в скором будущем вступает в действие соглашение об упрощенном пропуске через государственную границу между Белоруссией и Латвией, поэтому вот мы и приехали с тем, чтобы установить наиболее близкие контакты между властями приграничными и просто между людьми, между руководителями, депутатами. Дополнительный стимул к развитию отношений дает не только озвученное выше упрощенное пересечение границ, но и конкретные наработки по совместным проектам за европейские деньги. Реализуется проект в рамках приграничного сотрудничества в области культуры. На очереди другой, весьма любопытный, на сей раз в медицинской сфере. Проект эти реальны. Наше сотрудничество идет вперед. Во-первых, мы принимаем участие во всех форумах, которые проводятся в Беларуси по развитию экономики, по предпринимательской деятельности. Мы приглашаем на аналогичные форумы к нам, белорусов. Мы обмениваемся делегациями по конкретным отраслям. Мы работаем над тем, чтобы совместные школьные лагеря проводить. Ну а самое интересное у нас, это, конечно, мы подготовили очень большой проект в области медицины вместе с Брасовской больницей, где мы планируем решить вопросы по доступности среды как на территории Беларуси, так и на территории Латвии. Мы планируем вложить достаточно большие средства в наши фельдшерские пункты, чтобы создать условия для информационных технологий использования их и доступности среды. Как отметили представители администрации Даугавпилсского края, Браславский район – партнер номер один на ближайшую перспективу. Дело не только в наличии общей границы интересов, а в возможностях практической реализации идей.